затягивать, мы сразу начнем с песни. Вы что, греки, что ли? Нет. А что тогда за Европу так держитесь? И вообще, нафига вы привязались к этому газу? Ой, ну хорошо, что привязались, а не присосались, как Украина. Не забывайте, что сегодня праздник. Не забывайте, что сегодня праздник, и вы должны были придумать подарки. Что у тебя? Вот. Книга? Ну да, книга — лучший подарок. Самоучитель по созданию бизнеса. Как делать бизнес на оборонке, там уже Васильева всех научила. Что дальше? Ну вот у меня шапочка, чтобы артиллерия не мерзла зимой. Да, мам, но не пытайся никому передарить твою шапку. Люди, у вас хоть что-нибудь нормальное есть? Да, мы приготовили номер. Никита, объяви нам. В последнее время стала популярна женская армия, но иногда происходят такие проблемы. Взвод, на первый и второй рассчитать. Первый, второй, третий. Отставить, что значит третий? Я что, виновата, что меня природа наградила? Решили подарить то, что никому не нужно, чтобы деньги не тратить? Вы что, самые умные? Да. А это мы сейчас проверим. Уважаемые друзья, мы рады приветствовать вас на нашем шоу «Самый умный». И в первом туре наши участники должны продолжить всем известные фразы. Итак, поехали. Кто раньше встает? Тот во Владивостоке живет. Правильно. В здоровом теле. И допинга не найдешь. Правильно. Семеро одного. В купчино бьют. Правильно. Что ж, первый тур окончен, идем дальше. Второй тур музыкальный. Итак, о чем следующая песня? Так ждала тебя! Меркель ждет Путина. Правильно. Когда студент поет эту песню? Моя невеста, ты моя невеста. Когда он женится на дочери ректора, чтобы не отчислили. Что ж, в нашей игре победителем становится Наталья. Ну что ж, раз ты такая умная, тебе и предстоит заканчивать. А закончить наше выступление поможет Стас Михайлов. Ну вот и все, ну вот и все, ну вот и все.